что... Я лучше расскажу, что я видел. Хорошо, что вы видели? Значит, я шел вот там вот. Вот по, ну, посмотрите вот туда. По площади шел с магазина. Вот. Услышу скрип там, ну, в облаках себе витаю, слышу скрип. Вот это самое. Потом вижу, машина несется, вижу маршрутка, вижу красный свет. Вот с той стороны, вот как сейчас, посмотрите. Вот, вот как сейчас, вижу красный свет. Для автобуса, да, получается? Я красный свет светил на Нахима, автобус шел с другой стороны. Ну, соответственно, для него тоже был бой. А потом светофор начал переключаться после столкновения. Был удар, а потом переключился светофор. Все пассажиры целые? Стрелка горела, я даже не тормозил. А вы, может быть, расскажете, что произошло? Ну, я на стрелку поворачивал, на зеленую. А он оттуда и шел. Да нет, нет, не переключил. Вот, если это человек, вы можете помочь мне? Это просто... То есть вы видели, как мужчина этот ехал на зеленый свет? Я видел, как эта машина, как все ехала. Прекрасно все. Я этого человека вообще не знаю. А это когда произошло? Ну, вот где-то минут 7 назад. Я с внуком управляю, сын стоит снова. Я еще смотрю, Вы сейчас ждете полицию? Ну да, я думаю вызывать, потому что мне другого варианта нет, потому что надо как-то это... А, ну, сюда наглядно, вот так самый... Маршрутки не садились. Нет, она и шла домой.